Приветствую вас на канале СССР Gun.ru. У нас на обзоре пневматическая винтовка Байкал МР-6109. В комплекте поставки нас ожидает сама винтовка, съемный диоптрический прицел, дополнительные крепежные элементы и руководство по эксплуатации. Это недорогая пружинно-поршневая винтовка, обладает легким весом и прочной конструкцией. Взвод у винтовки боковой, ствол неподвижный. Основное предназначение данной модели – это тренировочная спортивная стрельба. Длина винтовки составляет 990 мм, весит она 2 кг 300 грамм. Ложе и приклад изготовлены из качественного прочного пластика, который окрашен в черный цвет. Это делает винтовку очень практичной и удобной в ежедневном использовании. Данная модификация обладает регулируемым прикладом с дополнительным упором и кассетой для транспортировки запасных обоим. Ствол, ствольная коробка и внутренние механизмы изготовлены из оружейной стали. Ствол изнутри оснащен нарезами для лучшей дальности, точности и кучности стрельбы. Кстати, стреляет винтовка свинцовыми пулями калибром 4,5 мм. В обойму умещается 5 свинцовых пуль. Стрелять можно, кстати, и такими развлекательными пулями «Фантом», которые производят хлопок и вспышку. Начальная скорость вылета пули достигает 120 метров в секунду. При этом при установке усиленной пружины можно добиться показателя в 250 метров в секунду. Помимо идущего в комплекте диоптрического прицела, также имеется закрытая мушка. Само собой, у винтовки предусмотрено крепление типа «Ласточкин хвост» 11 мм, позволяющее вам установить дополнительное прицельное оборудование. Винтовка подойдет не только для спортивной, но и для развлекательной стрельбы. Она удобная, простая и надежная в эксплуатации. Также отличается хорошим соотношением цены и качества. Приобрести ее вы можете на нашем сайте, ссылка в описании под этим видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. С вами был СССР Gun.ru. До новых встреч!